Добрый день. Многие спрашивают по поводу, даем ли мы некорневые подкормки именно минеральными удобрениями. То есть, да, мы используем иногда, то есть, когда большая нагрузка на растениях идет, либо грунт холодный, да, то есть, когда грунт не совсем прогретый, корневая система не работает, при большой листовой массе мы даем на огурцах гель вегетатив. Это 26, 26, 26. Его мешаем, то есть, 20 грамм геля, туда мы даем обязательно натурамин и зависимость там алгавел, цитоплан, что есть. То есть, вот именно такой тройной вещь, то есть единство чуть-чуть каждого, то есть и цитопланта, и алгавела мы снижаем на 20%. Это вот обратите внимание, чуть-чуть на 20% надо снизить, да? И даем по листовой пластине, потому что, во-первых, там есть азот, фосфор, калий, который либо в большую нагрузку, когда надо поддержать, да, растение, либо когда у вас грунт холодный, тоже растение только, то есть он хорошо поддерживает. Плюс там что хорошо в этих гелях, там концентрация микроэлементов порядка в 4-5 раз больше, чем в стандартных комплексных микроэлементах. Да? И, соответственно, эффект от того, что именно от микроэлементов, вообще очень высокий. Поэтому, то есть, здесь вы и макроэлементы даете, да, но и очень хороший набор, полный набор микроэлементов даете. Плюс простимулируете натурамином и алгавелом дополнительный. Еще усиливается рост, плюс стаканин омолаживает растения, плюс больше завязи дает. То есть именно вот такую стимуляцию можно давать. На этом спасибо, до свидания.